Всем привет, ребята, с вами Джов, и это новый наш модпак к патчу 1.29, который называется «Край вулканов». Почему он так называется, несложно догадаться. Во-первых, в этом патче нас ждет боевой пропуск под напряжением. Во-вторых, новая карта Камчатка. Ну, собственно говоря, поэтому, наверное, и называется обновление «Край вулканов». А еще там будет натиск «Огненный медведь» и ранний доступ к польским ПТСАО. Но все мы вместе с вами сегодня тут собрались не ради того, чтобы обсуждать обновление танков, а чтобы скачать наш новый модпак. Собственно говоря, прошу любить и жаловать. Все самые лучшие прицелы, дамаг-панели, ангарные моды, мод XVM, наши любимые озвучки и наш мега-эксклюзивный мод «Менеджер ангаров» — все это к вашим услугам. Но в этом патче мы, друзья, добавили и кое-что новое. Это виджеты. Ребята, все вы знаете, что такое виджеты на каком-нибудь там планшете, телевизоре или телефоне. Это, собственно говоря, такие маленькие панельки, которые выводят погоду, пробки, ваши сегодняшние дела, количество свиданий в этом месяце, ну или количество каких-то боевых задач в танках. Хотя нет, ребятки, такого виджета пока что не существует, и это, конечно, косяк наших разработчиков. Так вот, друзья, в этом патче у вас появится возможность добавлять виджеты на экран вашей любимой игры с различной интересной информацией. Добавлять вы можете самые разные вещи. Количество пробитий, количество непробитий, разный там ассист, засвет, не засвет. В общем, все, что вашей душе угодно. И среди этих виджетов есть на самом деле кое-что, ну, очень интересное. Например, ребятки, представляю вашему вниманию виджет «Куда полетел снаряд». Показывает, куда полетел снаряд на круге вашего сведения. Очень интересный виджет, который полюбится всем любителям теорий и заговоров. Берет ли леса ваш снаряд и направляет ли она куда-то в другую сторону от противника? Крадет ли леса ваши снаряды? Пытается ли леса вас скрыто занерфить? Помогает ли леса лучше попадать тем, у кого ниже 50% побед? И мешает ли тем, у кого 60+? На все эти очень интересные и любопытные вопросы ответит виджет «Куда полетел снаряд». Также, ребятки, весьма интересен другой виджет, который называется «За пределы круга». Считает количество выстрелов за пределы круга сведения. И там даже такая, ребятки, есть табличечка «Украдено». Вот, допустим, вы сегодня сделали 532 выстрела, из них 24 было украдено. А-ля-ля. Как говорится, скандал, интриги, расследования, доктор Октопус уже создает видос. Также, ребятки, есть виджеты, которые посвящены всяким там соревнованиям. Турнир Ростелекома или это какие-то там стальные охотники. В общем, все это присутствует. Нам, конечно, не особо интересно и такая она, знаете, более ситуативная, но тем не менее. Не могу, конечно, не отметить всяческие счетчики. Да, эти счетчики уже как бы есть у нас в игре с помощью других модов, но почему бы не иметь виджет, который можно добавить на какое-то интересное пустое место, которое будет показывать, сколько прошло боев, или счетчик результатов. В принципе, вполне себе удобно. Также, друзья, есть виджеты на заблокированный урон, убито противников, урон пожаром, урон тараном и многое-многое другое. В общем, если вам не хватает в ангаре после боевой статистики, вам лень туда каждый раз заходить, там все таки мелким шрифтом, ничего не понятно, непонятно нафига это, зачем и почему так криво сделано. В общем, качайте себе этот офигенный виджет, любой из, как говорится, представленных, пихайте в свободное место на вашем мониторе и, как говорится, четко наслаждайтесь, сколько вы урона нанесли или сколько задниц сожгли. В принципе, ребята, на этом все. На самом деле, если быть честным, самое интересное из всех этих виджетов, это, конечно же, виджеты стрельбы, куда полетел снаряд и там сколько улетело за пределы круга. Также не могу не отметить виджеты урона тараном или урона пожаром. Если урон пожаром, в принципе, как говорится, никому особо не интересен, а вот тараном это да. Если вы, например, любите поиграть на каком-нибудь Е50М или КВ5, ну, всегда интересно посоревноваться с другом, типа, кто больше нанесет урона. Ну и, конечно, всякие виджеты по поводу просто нанесения урона, уничтожения противников и урона по засвету, большие и читабельные, это тоже всегда прикольно, приятно и наглядно. Короче, друзья, вот этот новый мод с виджетами ждет вас по ссылочке в описании на нашем бусте. И, ребята, в очередной раз напоминаю, что у нас теперь выходят две версии модпака, и обе они доступны эксклюзивно на бусте. Базовый модпак с ограниченным количеством самых нужных модов будет доступен всем и всегда. А вот расширенный будет в первую неделю на бусте доступен только по подписке. Расширенная версия доступна по подписке всего лишь за 37 рублей. Там будут все ваши любимые моды, XVM, озвучки, ангары и другие тяжеляки. Если хотите поддержать наших программистов и лично меня, подписывайтесь на Boosty, качайте сразу расширенный. Если нет, и сумма в 37 рублей невероятно огромная,
и, как говорится, неподъемная для вашего бюджета, можете подождать недельку и попользоваться пока что базовым модпаком. Но я, конечно, со своей стороны настоятельно рекомендую потратить эти невероятные 37 рублей, поддержать нас, ведь каждый патч мы добавляем какой-то интересный мод. Всем спасибо, ссылочка на Boosty в описании, приятных вам боев, ну а я поехал кататься на катере по ущельям Дагестана. Увидимся!